Ассаламу алейкум рахматла баракату. Халдарың қалай, амансыңдар ма, армысыңдар ма? Иші балаш аман ба? Бүгін бірінші күн атпен жылқыға. Еткіні бүгін жылқын кіргізіп, бір бейін ұстау керек болды. Короче, мына золотой бурай болған жоқ. Бурам, алдындағы бурамен кетіп қалған ғой. Жеті бас. Сомен анау ауылда көрді. Анау ауыл маңайында көрді деп, короче, сұрақты іздеп келдік. Таппадық. Бурайдан кейін, блин, не істейміз, іздейміз ба, іздемейміз ба, табыла ма, табылма ма деп. Енді Аллаң қалауы, мен ауыл маңайында жүр, субхан Алла. Бұрам біткеннен кейін қайтан қайтпеген ғой. Альхамдулилля. Аллаға шүкір. Сол. Бүгін біріншіні шығамыз атпен. Итак, здрасте, подписчики мои. И мои виртуальные друзья. Первый день на лошади, короче, в степь. Можно было бы на машине, но надо будет лошадей загонять. Там кобыл нужно поймать одну. Вот этот золотой лошадь, конь мой, мерин. Месяц не было. Семь голов ушли, короче, по бурану. Отделились общего табуна и ушли. Ушли. И вот нашли его, короче, через месяц. Мы, видимо, там видели, тут видели. Люди говорили, там видели, тут видели. Но факт. Искали там, примерно от совхоза километр 50-60 километров. Ездили, искали несколько раз, короче, не нашли. Потом нашли около поселка. Вернулись, короче, они обратно. Как-то так, короче. Походу, собаками не выезжал еще. Надо вот выехать, вот, погонять кого-нибудь. Вчера буран был, сегодня косули, следы прям полные, тропинками лежат аж. Сейчас, может, кого-нибудь выгоним. Честно сказать, даже не мясо, а просто, чтобы собаки побегали. Немножко собак замучить. Пошли, четыре косули. Красиво пошли, а? Ой-ой! 3-4-5 штук. О, потерял мешок. Потерял сразу. Нормально, нормально. Потом сваливает, издалека видит, убегает, е-мое. Вот это, смотри. Реально салем, китет, фалдарна, мастерна. Наша мама. Да, да, сами поедет, доктор. А я здесь. Шлак подойдет туда. Давай, дай помогет, примерно. Вау. Итак, мои подписчики, виртуальные мои друзья. Потом, например, косяке примерно месяц не видел.
Вот он, здесь там сопки. Сейчас будем смотреть. Там есть молодые кобылки первородные. Их надо посмотреть. Ребят, ну, Братан. Эй! Эй! Ненормальные мои, а? Батон! Эй, брей, батон! Чё, карась? Чашка, да? Нормальные. Раз, два. Пошла. Ненормальные. Одичали ему я. Боятся лошадей. Человека боится, да? Ненормальный, а? Совсем ненормальный стали. Ладно, пускай. Поедем дальше. Карась.
короткомолки буксуют, короче. Лошадь собрались, здесь собрались прям. Кто-то затишь его здесь. При буранах хорошо прятался здесь. Поэтому они прям все спустились сюда. Так, карася косяк. Что-то одного жеребенка не видно. Он кормит. Ай, пошел, эй. Дикие, прям людей не видели, ё-моё, на лошади, а. Тикают прям, ё-моё. Ненормальные. Придурочные, а. Снега немного, травы хватает, в принципе. Вроде взрослые кобылы, а шарахается, как будто первый раз человека видит, а? Вот тут они прячутся при буране. Вот сразу старая кобыла и пофиг, подъезжай, не подъезжай. Там молодежь, вот она сразу. Шорох ловит, во, во, побежали, побежали, оптом, оптом, хором, давай, 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 давай. Ой, молодцы. Сразу видно, молодежь тупая, блин. Ах, вот ты где стоишь, как тебя дядька, скажи.
А, вот он. Как я теперь тебя отделять, скажи, пожалуйста. Вот эта кобыла мне поймать, вот лысый вот это вот. Вот. Она скинула еще и без жеребенка. Ё-моё. Ладно, сейчас буду отделять как-то, как-то. Что-то надо будет отделить как-нибудь. Сейчас, вставайте, все. Сейчас отделять буду.